Это Steam. Она говорит. Чужое мнение, хэштег. Удачи, тебе тоже удачи. Спасибо большое. Так, я выключу пока донаты. Есть такая небольшая история. Как-то встретились две тени. Она говорит другой. Слухай, а ты знаешь, что в чужом дворе... Короче, трава... видел очень много, блядь, перезаливов, роликов, эти, со стримов, с Тинта, реакции на мои ролики там, ну, он, типа, на стриме смотрит. И знаете, он прям вообще с максимально предвзятым отношением такой, типа. Сидит, блядь, типа, такой. Ну, так, все, типа, нет, никакого дизреспекта, но, типа... Ок, если я тебе не нравлюсь, нахуя ты смотришь мои ролики, я не понимаю. Два зеленее. Вторая же отвечает. Это вот эти истории. Ничего плохого. Или даже есть... В этой программе... У Синта есть интересный контент. Вот. Это ужасно, насильно вкладывать какие-то мысли в человека. Надо давать нет, здесь, ему это что-то совсем другое. Из разряда... Представьте, у или вас он истории здесь рассказывает. С удовольствием и забить хрен на них навсегда, либо подождать, пока они растворятся в вашем кофе, и получится нечто новое. К чему я веду? Короче, у него были форматы такие, я прям охуевал, типа, он рассказывает какие-то истории, да, из жизни, и не из своей иногда, ну, типа, кто-то ему рассказывает про что-то, и он пересказывает, да, и так далее. И знаете, как это выглядит? Вот, типа, Стинт, без дизреспекта, да, без дизреспекта, ты норм, чувак. Но как это выглядело, как я видел? Стоит он такой. Всем привет, там я Стинт и так далее. Короче, ну у меня есть подруга, у этой подруги есть, короче, сестра. А эта сестра, короче, выскочила, ну, за одного парня. И они, короче, живут вместе, она ему говорит, ты слышь, козел. А он такой говорит, короче, ну ты сама коза. И вот такая хуйня, типа, длится там минут 20, знаете, какой-то, какие-то истории. Я такой сижу, так, блядь, а там, и, короче, приезжает его мама и говорит, слышь, ты коза, он такой, ну, я естественно, ну, утрирую, да, типа, он не говорит вот так вот, но я просто говорю, типа, я такой слушаю, думаю, так, блядь, и он такой, знаешь, прям вот, длиннющая история, блядь, и, типа, ну, заканчивается там каким-то там, это, ну, блядь, разве это интересно, не, возможно, кому-то интересно, ну, блядь, типа, вот, короче, ну, тут, типа, это самое, ну, история, типа, как чувак пошел куда-то, поссорился с тёлкой. Ну, это прям такая нагрузка, блядь, типа, прям вот неинтересная. Я понимаю, если бы история была как, такая, как записывает Диана Ди, да, как ее, по-моему, Диана Ди, где меня в колледже выебли в жопу там в туалете и так далее. Да, это интересно, смотри, тут пиздёж. Я уверен, что Стинт не рассказывает пиздёжные истории, но они такие нудные, блядь, типа... Пиздец, я слушаю, как будто нахуй какая-то тёлка рассказывает, типа, знаете, прям про кого-то, типа, ну не знаю, окей, возможно, это кому-то вкатывает, но, бля. Но у неё есть интересный видос, я не знаю, почему он в них упор не делает. Здорово, удачного стрима. И я тот самый школьник, который был... А, тот самый, как...